Ինչպես է վարվել Ուկրեմլը, քննարկել եմ քաղաքագետ, հարավային Կովկասի երկրների փորձագետ Անդրեյ Արեշյոյի հետ, կապ հաստատելով Մոսկվա. Господин Арешов, большое спасибо, что нашли время и присоединились. Огромное вам спасибо. Добрый день. Начнем с активных дипломатических процессов, если вы не против. Спецпредставитель Министерства иностранных дел России Игорь Хаваев сначала прибыл в Армению, а затем отбыл в Баку. Встречался с Пашиняном, потом в Баку с Алиевым. Во время визита Хаваева, кстати, были звонки между министрами иностранных дел России и Армении. Затем состоялся телефонный разговор Алиева и Путина. Есть ли на столе четкое предложение, с которым Хаваев приехал в регион? И если да, то что это за предложение? Ну, сейчас достаточно сложно судить, есть ли на этот раз какое-то специальное предложение конкретное у российского представителя. Ну, мы достаточно хорошо знаем, что российская сторона неоднократно представляла свои планы регулирования или хотя бы, так сказать, подходы к долговременному урегулированию тех спорных вопросов, которые остаются между Арменией и Азербайджаном. Ну, в экспертной среде и в СМИ широко дискутировалась идея российской дипломатии отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок, а тем временем сконцентрировавшись на, так сказать, других вопросах, на демаркации, на делимитации границ, на открытии транспортных коммуникаций, насколько это возможно, и в соответствии со 3-сторонним соглашением, заявлением 2020 года. Насколько мы понимаем, эти предложения столкнулись с определенными сложностями, потому что, очевидно, Россия не является эксклюзивным игроком на Кавказской, так сказать, внешнеполитической поляне, и помимо нее существует достаточно серьезная активность и европейских структур, и Соединенных Штатов Америки. Но я думаю, что сейчас Россия действительно может выступить с каким-то, так сказать, может быть, модифицированным предложением, которое было бы интересно сторонам. Ну, очевидно, что подобного рода переговоры не предполагают на определенном этапе разглашения всего того, что есть, того материала, который наработан. Ну, возможно, в будущем мы услышим хотя бы какие-то намеки по этой части, что обсуждалось. Да. Но я думаю, в целом Москва обеспокоена возможной военной эскалацией в регионе, какими-то провокациями, и будет стремиться действовать в том, чтобы нивелировать подобного рода угрозы, как мне кажется. И все планы, и краткосрочные, и долгосрочные, будут сконцентрированы прежде всего на этом. Господин Арешов, в последнее время российская сторона выражает свои четкие конкретные претензии к армянской стороне. Каковы вообще основные причины этих жалоб из Москвы к Еревану? Ну, я не думаю, что речь идет о жалобах о Москве. Я думаю, что речь идет об обмене мнениями. Когда-то конструктивно, это не очень. Вы говорите о жалобах, но в Москве тоже достаточно, как мне кажется, четко понимают, так сказать, некоторые манипулятивные методы, которые, значит, в отдельных армянских СМИ мы можем наблюдать относительно тех или иных действий или интерпретаций. Я думаю, что сейчас многое зависит от того, удастся ли найти конструктивное какое-то взаимодействие в вопросе, значит, той европейской наблюдательской миссии, которая разворачивается на двухгодичный срок в Армении, в приграничных районах с Азербайджаном. В Москве имеет понимание, на мой взгляд, по крайней мере у меня оно имеется, за Москву я не могу говорить, но от себя скажу, что имеется четкое понимание, что 23 ноября 2022 года на саммите ОДКБ господин Пашинян и армянская сторона сознательно отказались от достаточно выгодного для него предложения о размещении а наблюдательской миссии ОДКБ. Документ, насколько я могу судить, был достаточно выгоден для армянской стороны, но был сделан сознательный выбор в пользу европейской миссии. Я думаю, что в этом нет ничего скандального, за исключением того, что европейские наблюдатели, конечно, будут, так сказать, выполнять некую двойную функцию, на мой взгляд, не только сугубо гражданскую, но исходя из опыта деятельности главы этой миссии, господина Томата, если я не ошибаюсь, на Украине,
будут вполне определенную функцию выполнять и в Армении. Я думаю, что в России, с учетом сохраняющегося военного присутствия в Республике Армения и российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, ну, в общем, достаточно есть определенные, скажем так, к тому, как будет разворачиваться эта миссия, и эти вопросы в более или менее корректной форме озвучиваются на разных уровнях. Ну, я думаю, что планируемый визит в Москву министра иностранных дел Республики Армения, будем надеяться, что он даст ответы на эти и другие вопросы. И нагнетание какой-то риторики и с той стороны, и с другой стороны, оно все-таки, на мой взгляд, не контрпродуктивно, и с ним нужно каким-то образом заканчивать. Сергей Николаевич, армянская сторона утверждает, что российская сторона не выполняет своих союзнических обязательств, и получается, что нет другой альтернативы, кроме как обратиться к другим центрам силы, способным сдержать Алиева. Разве это рассуждение не годится для того, чтобы российская сторона поняла, почему Армения приглашает наблюдателей от ЕС? На мой взгляд, имеется тут некий элемент как раз вот манипуляции, потому что когда отдельные армянские СМИ говорят о том, что Россия не выполняет, так сказать, своих неких обязательств, не вполне понятно, что они имеют в виду. Вот. Если вы бы мне защищать территорию союзника по договорам, господин Арешев, по договорам защищать территорию союзника, то бишь Республики Армения, что не было сделано ни в 21-м, ни в 22-м году. Вы предлагаете, чтобы Российская Федерация вооруженной силой вмешалась бы, значит, на, так сказать, в вооруженный конфликт, который, так сказать, эскалация которого наблюдается по мере и параллельно тем переговорам, которые ведет Армения, в том числе и с Азербайджаном, как мы знаем, на различных площадках. Ну тогда не надо иметь договоренностей, которые на бумажках лежат, господин Ариш. Может, не надо иметь договора с Арменией союзнические? И все? Я на ваш вопрос прекрасно. Вы прекрасно понимаете, что речи о непосредственном вооруженном вмешательстве в той ситуации, когда граница между двумя республиками не делимитирована, речи быть не может. Особенно в той ситуации, когда Армения сама не может в должной степени защищать эту границу. Эта дискуссия идет достаточно давно, вот, и вы прекрасно понимаете, что в тех условиях, в которых вынуждена действовать Россия, меньше всего здесь имеется желание открывать какой-либо второй фронт, особенно в условиях утерянного доверия в диалоге с действующими армянскими властями. Господин Арешев, Армения защищает свои границы, скажем, хоть на азербайджанском направлении, но я повторюсь, есть договоренности от 97 года, от 92 года. Армения — это часть ОДКБ, страна-участник ОДКБ. В чем проблема того, что Российская Федерация не может честно и прямо сказать, что была агрессия в армянском направлении? И вот после этого, а Ереван же не хочет чего-то глобального, не знаю, там, уникального, просто хочет политическое заявление от ОДКБ. Чего так? Действительно, мы знаем, что 23 ноября, на уже упомянутом мной саммите, господин Пашинян потребовал, значит, в качестве условия, так сказать, подписания им согласованного документа об отправке миссии ОДКБ, четкой декларации о вот то, о чем вы говорили. Ну, совершенно очевидно, вы понимаете, почему такой декларации на данном этапе не может быть. Здесь речь идет о позиции, в том числе и союзников России в рамках ОДКБ. Я, кстати говоря, не уверен, что подобное заявление есть и со стороны европейцев де-факто, и что они будут защищать. Европейцы не наши союзники, мы не являемся. Господин Арешев, Армения не является частью НАТО и ЕС. Мы часть Евразес и ОДКБ. Не услышим. Диалога не получится, если мы будем говорить одновременно. Господин Арешев,
Россия и Армения – это союзники на бумаге. В то время, когда, скажем, Армения и Франция – это не союзники. Они могут не делать таких заявлений, каких Армения ждет от России. Даже оставим ОДКБ, неработающую организацию. От России можно услышать политическое заявление, что Армения подверглась союзничество. Агрессии со стороны Азербайджана. Союзничество не только бумагами. Союзничество определяется многими факторами. Кроме того, в современной практике международных отношений союзничество как такового, так сказать, оно проявляется в разных формах. Скорее, мы бы говорили о партнерстве. Вот. Что касается Ладно, решили, что мы не союзники, мы уже партнеры. Можете задавать по поводу политического заявления, это вопрос к Марии Захаровой, к Сергею Лаврову. Я как эксперт политических заявлений делать не буду и не уполномочен на это. Я высказываю свою точку зрения, почему это на данный момент невозможно или затруднительно. Я вам пытаюсь объяснить. Что? Что Россия Армении не поможет, потому что мы партнеры, а не союзники. Я вам еще раз говорю, что тот согласованный документ, который был фактически готов к подписанию, он армянской стороной был отвергнут в пользу европейской миссии. Если как бы в Армении считают, что так правильнее, ради бога, в России с этим согласны, и никто спорить не будет. Да, ладно, все, российская позиция очень понятна. Очень часто говорится о том, что стороны трехстороннего заявления от 9 ноября должны беспрекословно соблюдать пунктом этого заявления. Ну вот, есть две стороны прямо сейчас, которые не соблюдают пункты от 9 ноября. Ну, так получается. И закрыт Лачинский коридор. Он находится под контролем Российской Федерации, а Азербайджан должен вроде бы как не перекрывать никаких коридоров. Но коридор уже закрыт 2 месяца. Кто в этом виноват, по-вашему? Мне представляется, что этот вообще процесс и вот эти вот действия Азербайджана, они стали закономерным следствием изменившегося баланса сил в регионе. После запланированного, на мой взгляд, поражения армянской страны в Нагорно-Карабахской войне 2020 года. Возлагать полную ответственность на российскую сторону, на мой взгляд, это тоже элемент манипуляции, потому что вы прекрасно понимаете, что любая вооруженная попытка российских миротворцев открыть Лачинский коридор, точнее дорогу Степанакерт-Гориз, вот, кстати, она не закрыта полностью. Вот, мы это видим, что она не закрыта полностью и что кое-какое сообщение по ней есть. Но если как бы мы даже представим себе, что российские миротворцы будут действовать попытаются действовать каким-либо иным способом, кроме уговоров или переговоров, это приведет к мгновенному вооруженному ответу со стороны тех нескольких десятков тысяч азербайджанских военнослужащих, которые находятся по периметру этой зоны, и в короткий срок российских миротворцев там больше не будет. А следом за российскими миротворцами не будет армянского населения в Нагорном. Да, конечно, геноцид следующий. Но есть два очень важных аспекта в этом вопросе. Россия не хочет влиять на Баку, чтобы открыть Лачинский коридор, или не может, потому что если она не может, то это не геополитический центр в мире. А если не хочет, то почему она не хочет этого? С 1991 года Россия не является эксклюзивным геополитическим игроком, как вы выразились, в регионе. Мы прекрасно понимаем, потому что это уже другое государство, и Армения является независимым государством, как и Азербайджан. Эта ситуация с 1991 года в определенном направлении развивается. Вот, на мой взгляд, пытается действовать теми силами и теми возможностями, которыми она вот, действует, в частности, различного рода переговорами и уговорами. Вот вы упомянули сегодняшнюю телефонную беседу с Ильхамом Алиевым. Я думаю, что будут и другие разговоры. Эффект ограничен. Мы прекрасно понимаем, что
Азербайджан радикально усилил свое, так сказать, свои позиции в регионе и территориальные, и политические, и может опираться в том числе на поддержку Турции, которая сейчас, правда, конечно, будет некоторое время скована, значит, известным стихийным бедствием и необходимостью ликвидации последствий землетрясения, но тем не менее, вот, мы знаем, что Турция тоже активно поддерживает Азербайджан, и Турция важна для России, несмотря на всю ту политику неоднозначную, которую она проводит, и которую я неоднократно рассматривал с разных сторон, но тем не менее, это тоже важный игрок. И изменилась просто ситуация. Нужно это понимать в полной мере и, скажем так, не предаваться завышенным каким-то ожиданиям. Да. Господин Айшев, и в самом конце, не получается ли после всего этого, что, получается, Москва не может открыть, потому что нету таких сил вот прямо сейчас, потому что это не отдельный серьезный геополитический центр. Не получается, что Россия не может быть посредником в армяно-азербайджанских отношениях, и, что самое важное, гарантом безопасности в регионе или гарантом мира между Арменией и Азербайджаном. Тогда почему вообще быть этим посредником, и почему каждый раз... подводить армянские и азербайджанские стороны к московскому треку и не отпускать их в европейский или американский трек? Я думаю, что речь идет о том, что в Москве все-таки стремятся понимать, что происходит в Армении, в Азербайджане, и каким-то образом держать руку на пульсе. Вот. Потому что, скажем, некоторые процессы, скажем, сотрудничество действующих армянских властей с Пентагоном в вопросе биологических лабораторий, некоторые встречи, которые проходят, они были бы интересны российской стороне, почему нет, вот, и знать о них больше. Ну, это как бы пример, один из примеров. Все-таки существует сотрудничество в атомной сфере, в сфере ядерной энергетики, несмотря на периодические пикеты, функционирует так или иначе российская база в Гюмри, вот. Есть и, так сказать, другие, в конце концов, человеческие, культурные различные связи. Я не думаю, что их так нужно сразу, так сказать, рвать. Вот, хотя охотников на это дело достаточно много и становится все больше. И в России, и, насколько я понимаю, в Армении. Я призываю к какому-то конструктивному диалогу без каких-либо обвинений и завышенных ожиданий. Вот. Что касается различного рода переговорных треков, то да, российский не единственный. Мы это прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем, что есть достаточно серьезный переговорный трек по линии, значит, Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Правда, в последнее время об этом не слышно, но тем не менее есть. Так сказать, мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты – это игрок. Европейский Союз тоже серьезный игрок, вот, который пытается каким-то образом даже, значит, ну, такой наблюдательской миссии в, значит, в регион. Вот. Я думаю, что как-то нужно держать эти процессы в равновесии и все-таки стремиться к тому, чтобы те противоречия, очевидные, объективные, острые противоречия, которые есть между Россией и коллективным Западом сегодня, чтобы они не очень сильно отражались на тех процессах, которые происходят на Южном Кавказе, потому что, во-первых, там есть и свои игроки, вот, и местные элиты, они тоже заинтересованы в том, чтобы использовать эти противоречия в своих целях. И как пойдет, как будут развиваться события, хотелось бы все-таки, чтобы они развивались достаточно предсказуемо, потому что Россия при всем при том, я уже об этом говорил, она не заинтересована в какой-либо эскалации очередной, например, подобной сентябрьской, и будет всячески стремиться к тому, чтобы подобного рода сценариев не допустить, на мой взгляд. Господин Айшев, огромное вам спасибо. Огромное спасибо, что присоединились к нам. Есмель Рустади Торнерин. Հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել քաղաքագետ, հարավային Կովկասի երկրների փորձագետ Անդրեյ Արեշևի հետ.